Mr. Krabs says they're really dangerous! How could they be dangerous? They're covered with free cheese! Ah! Patrick, don't! Lighten up, will ya? Or do I have to eat you all this cheese by you. myself? <laughs> Excuse me, what the fuck? you serious? <связь> 12 seconds later. Привет! Сегодня поговорим о таком танке, как Викерс Марк 7. Это машина шестого ранга, боевой рейтинг 9,7. Новый британский ОБТ, который появился в обновлении 1.93, на который люди вполне законно возлагали надежды о возрождении шестого ранга этой самой нации, поскольку все, что сейчас присутствует на байерах выше 8.3, это, ну, откровенно говоря, не очень полезные в бою машины. А если называть вещи своими именами, то качать их в основном не имеет смысла, что челленджеры, что чифтоны, это все машины, очень сильно проигрывающие аналогам других наций. Так вот, «Виккерс Марк 7 — это тот самый аналог других наций, которые просто окунули в ведро с краской, немножко тут подлатали, там, и поставили ветку Британии. Давайте разбираться, на что способен данный аппарат прямо сейчас. Прежде всего, «Виккерс Марк 7 — это, по сути, переработанный леопард. И для нас это должно говорить о том, что это танк западного образца, причем западного в лучшем смысле этого слова. Он должен быть быстрым, у него должна быть адекватная пушка и броня. И здесь ситуация обстоит, ну, следующим образом. Если сравнивать этот аппарат с танками 9,7 других наций, то, на мой взгляд, он очень хорош. Но так как мы в любом случае воюем постоянно против танков боевого рейтинга 10 и 3, я бы не назвал его имбовым, это далеко не так. Ну что ж, прежде чем приступить к рассмотру орудийных характеристик, напомню вам о том, что было бы неплохо устраивать балаган и поднимать активность, а делается это все простыми методами. Для вас они доступны в виде подписки на канал, нажатия на колокольчик, чтобы YouTube мог советовать вам новые видео, которые здесь выходят, и лайка под видео. Благодарю. Погнали. Давайте посмотрим на 120 миллиметровое орудие, которым нас здесь наградили. И ситуация здесь следующая. Vickers Mark 7 в принципе обладает адекватной 120 миллиметровкой l 11 a 5 и самое главное ее преимущество это наличие стоковых уже снарядов ОБПС которыми вы можете стрелять. А значит, вам не придется страдать поначалу на каких-нибудь кумулятивах или, не дай бог, еще чем-нибудь более посредственном. Эти стандартные боеприпасы пробивают, я вам даже скажу, больше, чем те, которые вы откроете потом, но только по нормали. Собственно, пробитие стокового бобса 410 мм в упор и 405 мм на 500 метрах но его пробитие по броне под наклоном в 60 градусов составляет 190 мм приблизительно на 500 метрах. Если мы говорим о топовом боеприпасе, тот пробивает 396 мм брони в упор и 387 мм брони на 500 метрах. Тут примерно на 10-15 мм бронепробития меньше, по нормали. Однако под наклонами мы пробиваем аж 229 мм брони в упор и 224 на 500 метрах, то есть практически на 40 мм брони больше. Это дает нам преимущество при борьбе с, например, всякими там 64-ками, хотя мы их и на стоковом-то пробиваем уверенно. Ну то есть в ВЛД пробивать такие машины гораздо будет проще снаряду закуситься о броню. В любом случае, что в стоковом состоянии, что в топовом, вы получите уже сразу довольно боеспособную боевую единицу. И если говорить о данном орудии, то в целом мы спокойно пробиваем все танки нашего БР и ниже. И уже с некоторыми сложностями танки бр 100103 Поскольку там встречаются тяжело бронированные машины в лбу башни, ну, для парда те же самые Абрамсы. В щеки их уже не берут не то, что наши, но и более крутые снаряды. Но это все лирика и ерунда. Что еще важно? Важно то, что у нас есть, естественно, адекватный стабилизатор, скорость поворота башни 29 градусов в секунду, что, ну, в целом вполне удобоваримо, Отличные углы вертикальной наводки от минус 10 до 20 градусов, что позволяет нам играть от холма. Ну и, конечно же, время перезарядки. Оно здесь не идеальное, но нормальное. 6,4 секунды у меня на экспертах. Если говорить о важных особенностях данного танка, то боеукладка в первой очереди составляет всего лишь 3 боеприпаса. И у него есть некоторые проблемы с расположением боеукладки. Но в остальном, к орудийным показателям я лично придраться не могу, поскольку эти ОБПС и лазерганные, они летят с хорошей скоростью и попадать даже на большую дистанцию нет проблем. Сравнивая же показатели этого орудия с другими орудиями танков на этом же боевом рейтинге, мы либо лучше, либо не хуже. А это уже многое говорит нам, поскольку, например, на том же боевом рейтинге 9,7 находится Challenger Mark II. И, на мой взгляд, хоть по орудию он нам не уступает, по другим характеристикам он явно проигрывает. Теперь перейдем к бронированию. И здесь лучше, естественно, мне вам это дело продемонстрировать. Давайте возьмем анализ защищенности и выберем, ну, допустим, наш снаряд стоковый, как боеприпасы танков других наций. Вполне будет понятно, как бороться будут с нами танки боевого рейтинга 9.7, 9.3, 10.0. Если мы говорим о корпусе, то здесь никаких особых проблем у противника с нами не возникнет. Единственное, что может быть рикошет от ВЛД, который будет уходить в лоб башни, и туда пробитие не произойдет. Говоря о лобовой проекции башни, то нас нельзя пробить в щеке. По крайней мере, таким снарядом. Но маска орудия, выше, ниже орудия, там область пробивается. Хотя повреждения фатальными не назвать. Но уж если будете стрелять в данный танк, стреляйте-ка лучше в правую зону, там можно уничтожить боеукладку, которую, как вы видите, мы зацепили этим выстрелом. И дело это очень неприятное. То есть внутренняя компоновка танка мешает нам иногда чувствовать себя вольготно. Не забываем, кстати, что во лбу также присутствует огромное количество боеукладки, которая может взорваться. Бортовая броня, естественно, абсолютно ни о чемная, но бортовая броня башни под тем же углом, под которым пробивается корпус, может и дать непробитие. Но в остальном, конечно, ничего серьезного. Если мы возьмем какие-то более серьезные боеприпасы, например, того же самого топового Абрамса на седьмом ранге, то увидим следующую картину. Эти боеприпасы с пробитием под 500 мм уже будут пробивать нас даже в щеке башни. Реальная бронестойкость данного танка в албу башни примерно около 450 мм от кинетических боеприпасов. Поэтому танки БР-10 и 3 будут бить вам, скорее всего, вот в эту щеку, потому что здесь находится боеукладка, которая не вынимается. И, естественно, это будет печально влиять на вашу живучесть. В остальном нет проблем. Если говорить о рентгене, то ситуация обстоит следующим образом. У нас 4 члена экипажа, что неплохо, и практически никто из них, ну, скажем так, не сидит в одну линию, чтобы их можно было заваншотить. Однако есть другая проблема. Как мы видим, здесь находится боеукладка. И эта боеукладка во лбу башни не вынимается. Самое главное, что она есть еще и по левой стороне башни. И, и баш... куча пороховых зарядов находится в передней части корпуса, ну и в корме башни БК. В общем, танк подводит именно вот эта вот боеукладка во лбу и левой части башни. В остальном, ну, типичная компоновка ОБТ придраться не к чему, не считаем. считая вот этих топливных баков, которые находятся по сути за броней. То есть имеется в виду в том месте, где у танка брони нет. И они могут взорваться и нанести вам серьезные повреждения в смысле, отправить в ангар. При этом ну, пробить их не составляет труда, а благо взрываются они не всегда. Короче, бронирование и живучесть Викерса на, ну, в целом, терпимом уровне для этого Бэра. Взять тут же Леопард 2К, тот также спокойно будет пробиваться, но у нас есть даже броня башни, в отличие от немца. И ее можно действительно использовать, попадая на свой БР и ниже. И даже с БР 10-0 есть шансы, если танки на стоковых снарядах их потанковать. Злоупотреблять этим само собой не стоит. А учитывая хорошие углы вертикальной наводки, мы будем хорошо себя чувствовать при игре от каких-то холмов. Подвижность то, из-за чего, собственно, британские танки и являлись просто пылью под ногами других м, наций. И, собственно, ситуацию исправляет Викерс Марк 7. Если топовый тяжелый танк Британии, который самый быстрый, там, тот же Челленджер Марк 3 или Челленджер 2, обладают примерно 20 лошадями на тонну, то у Викерса Марк 7 двигатель мощностью 1500 лошадиных сил на 54,5 тонны массы. Это дает нам практически 30 лошадей на тонну, и Викерс перемещается по полю боя так же, как любые другие западные танки, то есть Леопарды, Абрамсы, и чувствует себя по этому поводу просто великолепно. Скорость движения вперед 72 км в час, движение назад тоже неплохая, 31 км в час. Так что Vickers Mark 7 это, пожалуй, один из лучших танков на своем боевом рейтинге, если мы говорим про УБТ. Попадая на 9,7 и ниже, он показывает себя отлично по скоростным характеристикам, переигрывая спокойно советские танки и не уступая другим западным танкам, но выигрывая их, скорее всего, по бронированию, потому что в башне бронирования на 9,7 такое можно встретить, ну, у советских танков, дай бог, и то вряд ли. У них другие минусы. А у леопарда 2К такой брони, например, нет. Поэтому по совокупности характеристик для своего боевого рейтинга, подвижности бронирования и орудийных возможностей мы один из лучших вариантов. Конечно, когда мы попадаем, а мы часто попадаем на 10.3-10.0, там уже не повыкобениваешься. Но это действительно тот танк, который оживляет шестой ранг британской ветки развития. Единственная проблема, наверное, для вас состоит в том, что вы не поставите к нему в сетап ничего. У Британии больше нет другого адекватного танка на этом боевом рейтинге, ну, Challenger Mark II или Mark III разве что. Но вряд ли их можно назвать ну сильно-то прям хорошими. На мой взгляд, Викерс их уделывает на голову. Поэтому, если вы захотите выкачать этот аппарат, то скорее всего он будет стоять у вас в ангаре в гордом одиночестве или в сопровождении авиации. Так что остается только наземная баталия. Впрочем, мое мнение все равно вряд ли поменяется. Если уж и качать этот танк, то не в первую очередь, потому что нет сетапа и нет смысла. Вот как только бы появилось еще что-то за этим самым Викерсом, тогда, наверное, да. А так, вы все равно будете играть против 10.3 на танке 9.7. И как бы смысла в этом не очень много, а Челленджер 2, во-первых, до него хрен докачаешься, а во-вторых, когда докачаешься, все равно поймешь, что танк далеко не самый лучший. Вот такие какие-то дела. Пишите, что думаете по поводу Викерса Марк 7 в комментариях, может быть вы уже встречали его в боях. Ну а если нет, по крайней мере по видеоряду можно сделать какие-то выводы. А на этом на сегодня все. пойду пилить для вас новый контент, спасибо всем за просмотр и пока-пока.